Алиса, кто такой Нурлан Сабуров? Нурлан Сабуров, молодой казахский юморист. Знаю все, точка ру написано. Справилась. Спасибо, Алиса, выключись. Честно скажи, ты в Яндекс позвонил? Честно. Куда, что? Чтобы исправить. Да, через курьера. Пожаловался. Так, ребята, спасибо большое, что мы вместе. Мы пришли, сколько мы не виделись, какое-то количество времени. Месяц, наверное. В какой момент моя кепка начнет раздражать зрителя? Не знаю. Помнишь, как у этого, у Рори Скола? Куртка, да. Про да, куртку. Да. Ты смотрел такого стендап-комика Рори Скол? Нет. Вот у него есть один концерт, где у него куртка. Что с ней там? Ну, он... Как-то она не, знаешь, вот... Заправлена, ну, что-то? Не-не, она в целом короткая, да. А рубашка торчит, ну, рубашка длинная. Ага. И он ее застегнул. И через полчаса где-то да. Он начал о ней говорить. У него есть смешная шутка. Он там же рассказывает, что это типа херня, что на одном выступлении я выступал типа в худи, где вот в капюшоне у меня была веревка, где одна была короткая, а здесь длинная. И никто не думал о концерте. Да, да, да. Все смотрели и думали, нет! Он очень экспрессивный. Так, как дела, ребят? Нормально. Так, мы записываем сегодня на часах 24 мая, 8:30 вечера. Да, все так. Все ровно 24 так. 24 мая? 24 мая. Я вообще выпал. Выпал. Я не знаю никакой день недели. Не знаю, какое никакое число. Да. Сегодня я подумал, что по ощущениям сегодня как будто бы пятница, но оказалось, что суббота. У меня воскресенье было с утра. Ну, я прям проснулся, думаю, сегодня воскресенье, наверное. Я не знаю, почему. А вас заботит? Вас реально заботит? Какой сегодня день недели? Ну, какие-то же еще остались рабочие дни у меня, поэтому там единственное, что нужно попасть, ну, не перепутать рабочие и нерабочие. Вот все остальное нормально. Андрей, сформулируй мою теорию и метафору того, что неделя и дни недели – это то же самое, что человеческая жизнь. Ну, условно, пятница – это 20-30-е. Ты понимаешь? Воскресенье – это ты очень пожилой. Да, и поэтому воскресенье от субботы не сильно отличается. Нет, да? Суббота – предпожилой возраст. Пятница – это 20-е, 30-е. 20-е, 30-е. Продолжай. Ну, вот где-то так. Хорошая метафора. Это как есть вот это… Короче, есть такая теория, вот если относительно того происхождения планеты Земли расценивать как 24 часа, угу. Есть теория, во сколько появилось человечество. Сколько было на часах? 11:30 ночи. Что-то, то есть за 30 минут. Что-то, может быть, так-то оно сравнительно недавно появилось, Земля-то. Ну, поэтому в 23:30 появилось человечество. Ну, это типа, если ты возьмешь 4 с лишним миллиарда лет и упакуешь их в 24 часа, ну, может быть, да. Да, да, да. То есть получится. Давно мы не виделись, ребят. Да, действительно. Вы тут что-то знаете, все это время здесь были, ребят? Да. Что за разговоры, пацаны? Андрей сегодня меня предупреждал, что он хочет сделать политический выпуск. Да. И меня позвал? Да, и тебя позвал. Пацана в шапке. Политический. Чтобы ты поддержал мой политический задор. Я, пожалуй, сниму кепку. Давай, я придумал политическую шутку. В целом, мог бы кота сюда пригласить. Вы видели нам с доставкой, что принесли? Кокаин, алкоголь, крэк и хумус. Хорошо. Так, окей. Найди лишнее. Игра такая. Ну, явно крэк лишнее. Крэк. Вот, потому что повторение, да? Кокаин и крэк, это же примерно одно и то же. Вот. Нормально. Обманул так обманул, а? Политическая шутка, давай, смотри. Так. Владимир Путин... Ты у тебя там материал, что ли, написал? Конечно, конечно, пацаны. Сейчас буду на вас его это проверять. Короче, Владимир Путин сказал, что детям в школе нужно прививать патриотизм. Да. Вопрос. Прививки патриотизма вызывают аутизм? О, ну это жестко. Да, да, это то есть жестко. Вообще не смешно, да? То есть такая типа очень... Ну, обычно, когда слова не связаны, мало там да? Смешного, да. Ну, просто обычно считается, что прививки вызывают аутизм. Ты там, знаешь, это твитни, мы твитни? Не та аудитория. Да, да, да. Ну, хорошо. В твиттер же сливают не смешные шутки. О, вот это ты зря, братан. Почему? Про Андрея или что? Не, ты почему обижаешь? Не, я про Андрея говорю. В твиттере есть смешные шутки, это ты зря. Не у меня, как мы выяснили. Не, у тебя есть. Но я не слежу, правда.
Но... Я почему-то уверен. Слушай, ну я помню, что распространялась, знаешь, какая шутка про... Если к вам подойдет полицейский и спросит у вас документы и пропуск, обязательно спросите, как его зовут, возьмите его все данные. И когда он вас спросит, зачем, вы скажете, ну, если я заражусь коронавирусом, я вас укажу как бы в контактные лица. И это распространялось, угу. Эта шутка в сети под ником Андрея Коняева. То есть, да? Да, но это не моя шутка. Ну, поэтому это, она может смешная. А почему это под не, твоим ником? Не знаю, потому что, ну, типа, люди... Ты купил, может, эту шутку? Купил? Мне кажется, это знак качества, Андрей, ну, реально. Спасибо. Не, ну серьезно. Да, знак качества. Типа, очень хорошие политические шутки. Но это не ты, не ты написал. Но это очень смешно. Ну, наверное. Про аутизм. Про аутизм. Нет, не так смешно, про аутизм. Что ты имеешь в виду, Андрей? Слушай, прости, вот ты сказал про уроки патриотизма. Что, плохо. Да? Не, хорошо, плохо. Хорошо, просто это не должно быть. Ну, это мы много раз эту историю обсуждали. Ну, это как стендап, знаешь, который типа вот представь, что где-то в правительстве выделяется грант на стендап. Да? Грант такой, типа, на стендап. И стендап должен быть а. смешной, б. патриотический. Ну, точнее, даже наоборот, а. патриотический, б. можно смешной. Это не совсем, на мой взгляд, равные, ну, ты прав, тождественные. Но это очень неплохо. Да? Это очень, очень, очень похоже. Пометьте день, ребята. Ты что делал? Ты дочитал, кстати, это как? Да нет, конечно, Андрей, ага. Давай, давай. Собрался он. Обсудить книгу хотел бы. Обсудить книгу. Ты не дочитал? Я ничего не дочитал, Тимур. Спроси, я даже статьи вот многие не дочитываю где-то. Так вот, нужно прививать патриотизм, но только вот почему-то кажется, что это будет все убого в том виде, в котором это прописывается сейчас. Андрей, а как ты думаешь, как нужно прививать патриотизм? Я не знаю, как правильно прививать патриотизм. У меня есть товарищ, который вот в армии служит, ну, там работает в генштабе. Вот я думаю, он знает. Он такой, у него по ходу его деятельности ему приходится много иметь дело с новобранцами. И вот он как раз мне объяснял, что, говорит, это нужно делать обязательно, потому что явно там есть какие-то пробелы. Но я уверен, что вот его, как человек, который работал с людьми, с молодыми, который видел все проблемы, его точно не спросят. Мне кажется, в России прививать патриотизм, все так, я могу ошибаться, но так или иначе все сводится к тому, что патриотизм – это когда ты, если что, готов пойти добровольцем на войну за свою страну. Это вот примерно для меня, вот как будто все сводится конкретно вот именно к этому вопросу. У нас в стране, учитывая, какой скрепой является победа над фашизмом, какой скрепой является вообще 9 мая и вообще все, что касается Великой Отечественной войны, у нас наш патриотизм как будто сводится, еще раз повторюсь, к тому, чтобы ты был готов повоевать за свою страну. Это, кстати, не худший патриотизм. Мне кажется, что он сводится к еще более фиговой вещи. Он сводится к тому, что ты должен все хвалить. Вот нет, как бы, понимаешь? Типа ты не можешь ничего ругать, ты не должен говорить плохие вещи, ты должен все только гордиться. Хвалить. Да, только гордиться. Это гордимся, это тоже, это вообще просто. Вот, и а когда ошибки, это ну, путь враги. Особый. Враги. А, либо враги. Либо да. Враги, да. Мне кажется, правильный патриотизм, современный патриотизм должен быть направлен на то, что ты должен быть патриотом своей страны для того, чтобы улучшить эту страну. Ну, своими какими-то действиями. Я не знаю, будь там, если ты профессор, врач, ты... Вот с врачами. Вот ты хорошо... сейчас ты там работаешь на заводе. Тебе... ну, любить родину – это хотеть жить в этой... Вот здесь жить не потому, что это безвыходная ситуация, а потому, что здесь круто жить. Вот что для меня любить родину. Потому что все-таки моя мысль, что дом и родина... Скорее всего, про дом, про родину нет, но дом – это там, где тебе спокойно, скорее всего, а не там, где ты родился. Ну, согласись. Ну, типа того. Типа того. Ну, и явно не то место, где там по первому требованию ты должен умереть. Ну, вот для меня истинный патриотизм – это когда ты делаешь страну лучше. Все. Как тебе? Хорошая. Ну, правильная мысль. Очень нормально. Тебе как?
Ты экзамен сдавал сейчас? Или... По обществознанию. По патриотизму я сдавал. По обществознанию. Да. Не, ну вот когда ты говоришь про гордость и что круто жить в этой стране, это вот, по крайней мере, поверхностно, ну, складывается ощущение, что вот у американцев есть вот это вот свойство, что они гордятся своей страной и так далее. Понятно, что там куча минусов, но живут в этой стране и хотят только жить в этой стране. И, ну, типа... Здесь круто, мы первые там, мы первые здесь. Ну, то есть, когда они... Короче, когда куча достижений, очень легко гордиться своей страной. Я тебе проведу такую аналогию. Вот ты, когда, вот, когда у тебя есть квартира, да, ты ее обустраиваешь, да, ты там делаешь ремонт, там, не знаю, покупаешь мебель. И это важно понимать, зачем ты это делаешь. Вот я, например, когда это делаю, я это делаю для того, чтобы мне там было хорошо жить, да, когда я выбираю диван, этот диван не для того, чтобы я там выходил на лестничную площадку и такой, самый пиздатый диван у кого? У меня! Ух, диванище! Вот, ничего такого, просто это должен быть хороший диван, чтобы можно было там посидеть, там... Полежать. Мне кажется, когда ты купишь крутой диван, ты именно так себя, да? будешь вести. Да? Мне нравится, что ты такой во мне видишь вот этого чувака. Я тут недавно же посмотрел, повторяли нашу Рашу, и вот этот, который Тагил, да, такой, это вот про меня, наверное. Нет, вот. не настолько. Не настолько, не карикатурно, да. Но прям видишь, нет, что это, я хожу с диваном. Это тип, который в подъезд вышел, там курят. И он, ну, выгоняет. А потом последнее предложение про Россию. Вот знаешь, когда... Неплохо. Ну вот, и поэтому это все очень просто. Ты обустраиваешь квартиру для того, чтобы тебе в ней жить было комфортно, либо ты обустраиваешь квартиру, чтобы утереть нос соседям. Между этими двумя причинами есть какая-то связь, можно делать и то, но лучше делать, на мой взгляд, первое. Ну, понятно, неоднозначная тема. Ну, размытая. Так себе, да. Размытая. Размытая. В России вообще сложно употреблять патриотизм, не сваливаясь куда-нибудь. Ну, да, все разошлось. Что ты говорил про врачей? Не, вот на днях я думал, что врачами сейчас хуже всего быть. Ну, прикинь, ты когда же идешь в профессию врача, ты не идешь как на фронт, ты не планируешь умирать. Например, ты, ну, не знаю, там, пошел не в хирурги, да, какие-то там такие серьезные профессии, а в что-нибудь полегче, в стоматологи. Вот, а сейчас все смотрят на врачей как на героев, и вот этот вот культ складывается врачей, и к ним начинают относиться как к героям, а главное, требовать от них начинают как от героев. То есть, вот, например, там человек пишет, типа, вот не хочу работать в красной зоне, да, вот где они работают непосредственно с больными, вот это все одеваются, все эти костюмы, не хочу. Mm-hmm. Ему говорят, ты что, охуел? Ну, ты как так? Ну, люди, ты что, ты герой, ты должен идти. Там, заболел, умер, ничего страшного, давай. Вот, или там, опять же, в Твиттере была история, там девушка просто выложила фотку, она работает как раз в красной зоне, не жалуется, но она выложила фотку с волосами. Она типа, ну, всю неделю ты работаешь в этом костюме, он очень жарко, не хватает времени, чтобы нормально помыться. Mm-hmm. Вот, и вот она, значит, помыла волосы, да, и говорит, смотрите, какие у меня классные волосы. И ей давай писать, да как ты можешь. На голове волосы? На голове, да, конечно. Я рад, что ты уточнил эту важную деталь. Без этого уточнения неоднозначно звучал мой монолог. Вот. Мало ли за какими-то медсестрами следишь. И за какими волосами, да? Вот. И, соответственно, ей стали за это предъявлять. И все это складывается в впечатление, что у людей уже сложилось, что вот врачи – герои, а когда они начинают не соответствовать этому, люди начинают, ну, разочаровываться. А ты... Вспомни, полгода назад к врачам совсем другое было отношение. Мне особенно меня пугают новости про, когда говорят, 40 врачей заразилось. Да, такой, да. Иди такой, блядь. Еще, когда массовое заражение, ты как-то себе представляешь, что там трэш, то есть прям. Да, когда адовое. Целая больница. Да, когда целая больница. Да, это жестко. Вот. И, а еще, вот, ну, например, статья недавно вышла, на днях буквально, в Ланцете, которая показывает, что, ну, как врач работает. Он, значит, привезли к нему человека, он их, они их начинают лечить, у них нет времени все проверять, они их лечат тем, что есть. И вот по исследованию показывает, что один из популярных методов лечения, да, который там комбинация нескольких лекарств, он на самом деле смертность увеличивает. То есть не уменьшает, вот, а увеличивает. Это вот... не фейк-ньюс сейчас. Нет, это в журнале Lancet. Это про Трампа еще, да, было упоминание? Да, да, да. Что да. Он употребляет. Да, вот, что он очень вот на это лекарство, связанное с антималярийными лекарствами, очень полагался. Вот. И эта история про то, что, ну, так скоро же, ну, маятник качнется как будто в обратную сторону, знаешь, и начнут, типа, врачей-то ругать, что людей столько умирает. В любом случае, это как, когда все сначала всех очень сильно начинают прям навязчиво любить, обычно потом происходит всегда разочарование.
Самое, конечно, для меня больше всего, мне даже немножко стыдно, что я над всем этим смеялся в начале. Когда он, я даже выкладывал в историю в Инстаграме, как мне казалось, смешное видео. Про что? Ну, про коронавирус и китайцев. Мне было смешно. Вот что, за что мне стыдно, мне была смешна вся эта ситуация. Ты помнишь, когда мы писали последний лайв при зрителях, я сказал, что ну, вот мне было бы смешно, если Нурлан бы... А сейчас... Мы же отменили один выпуск, потому что я случайно встретился, вот мы должны были записывать, я случайно встретился с парнем, у которого был контакт с человеком, который ему, у него диагностировали коронавирус, я об этом сказал Андрею, и Андрей отказался со мной видеть, мы отменили вообще. Ну, ты так прямо расскажешь, я сказал, что делает тест. Да, ну, я сделал тест, и это вообще не прикольно, вся вот эта процедура. Плюс еще не быстро. Быстро, я достаточно быстро сделал, но все это, я говорю, мне, я почувствовал за собой то, что мне очень неловко вообще перед ситуацией, в том, что я ее вначале воспринимал смешно. Я могу воспринимать просто, но мне надо было обязательно это комментировать. Ну что, у нас снова наша любимая рубрика от Aviasales «Ебучая география» про те места... Твоя прическа подходит сейчас рубрике. Почему? Не знаю. Не знаешь? Да. Сегодня мы опять поговорим про Японию. Про Японию. Давай, вспоминай, что ты еще знаешь про Японию. Что я еще знаю про Японию? Да. А что я знал в прошлый раз? Я тоже не очень помню. Почему? Давай. Aviasales рекламирует Коняев, а стыдно мне. Хороший мем. Да. Хороший. Узнал. Узнал. Из комментариев выцепил, да? Почему? А стыдно мне. Так, что я знаю про Японию? Я в целом могу предположить про Японию, что это постиндустриальное общество, в котором уже все придумано. Это вот мое мнение про Японию. Потом мне очень нравятся некоторые японские марки одежды. Мне также нравится, как японцы шьют классические деловые костюмы. Там есть в Токио пару ателье. Да, у тебя есть вкус. Ну. Я хотел тебе рассказать про... Вот есть остров у них Сикоку. Да? Сикоку? Сикоку. Остров такой в Японии. Один из японских островов. Самый маленький. Да. На острове Сикоку есть деревня Нагору. Это крутая деревня, потому что в ней живет больше пугал, чем людей. То есть там живет женщина, которая очень любит делать пугало самые разные. Она сначала делала пугало и ставила их в огороде, чтобы отпугивать всяких там прилетевших птиц. А потом увлеклась и стала делать пугало, расставлять их прямо по деревне. И поэтому, если ты приезжаешь в деревню, там не очень понятно, где живые люди, а где пугало. Эту деревню журналист BBC обнаружил там лет 5 назад, и с тех пор она стала таким, знаешь, местом, куда можно съездить и посмотреть. Можно бы было, если бы самолеты летали, но когда они вот вернутся, может, можно будет слетать и посмотреть. То есть Хичкок стайл. Ты знаешь, очень симпатичные у нее пугало выходят. То есть они такие некрепотные. Вот, потому что когда ты говоришь пугало, ты себе представляешь что-то такое, знаешь, пришитый глаз, отвалившийся глаз, торчат отовсюду сено, да? А у нее очень такие симпатичные, сшитые, прилично одетые, в приличные японские марки, вероятно, даже. Вот, то есть очень симпатичные пугало. W-tapes. Я не знаю, что это. Да, отличный факт. Спасибо. Как всегда от ебучей географии. Как всегда от ебучей географии. Да, надеюсь, когда можно будет летать, мы туда слетаем. Благодаря кому? Благодаря Aviasales. Окей. Поэтому вот знаешь тоже что? Вот как вот это мнение держать при себе? Вот это вот, вот знаешь, не обязательно же на все нужно иметь мнение. Чувак, вот это такое свойство современного человека, ну, вот, на все иметь мнение. Нет ничего плохого в том, что ты ошибся. Можно ошибаться. Это вот еще одна вещь, которую все забывают. Что, типа, можно ошибаться. Но, типа, не ты один ошибся. Всемирная организация здравоохранения вначале говорила, что ничего страшного не передается, потом не закрывали перелеты, дали пройти всем рождественским каникулам, дали китайцам везде слетать,
И потом, ну, началось, что началось. То есть эта история исключительно про то, что можно ошибаться. Но другое дело, что, ну, свои ошибки как-то, наверное, надо осознавать. Но ты же понимаешь, что сейчас это точно не смешно. И главное же, ты... Главное же, понимаешь, что самое сложное? Люди же как еще оказываются в ловушке? Ты что-то сказал, тебе говорят, ну вот же, ты же ошибся. И человек начинает, знаешь, закрываться, и дальше... Ведь был же вариант, например, что ты можешь сказать, нет, я был прав. Все обманывают. Вот посмотрите на Швецию. И дальше вот быть одним из этих людей, которые постят графики со Швеции, говорят, не надо вводить карантин, это не страшнее гриппа. Не знаю. Ну, короче, мне стыдно вообще. Много, понимаешь, вот просто, знаешь, по ТНТ часто ночью показывают повторы стендапов на ТНТ. И иногда я их вижу свои. И я вот испытываю, знаешь... Как сказать, это то, что было в самом начале, там, 7 лет, 6 лет назад. Ну, за 6-7 лет назад я сильно изменился. Но, то есть, ну, мои вот эти выступления, которые показывают, и твои, ну, твои, ты чуть позже пришел, да. А ты имеешь в виду, когда очень... ты смотришь на себя да, со стороны? Да, я смотрю на себя и понимаю, я очень много наделал ошибок. Но вот теперь представь, ну, то есть, это можно назвать, то есть, многое из того, что я тогда говорил, говорить не нужно было. Но некоторые, представь себе зрители, которые на это натыкаются и такие смотрят, и такие, ну, глазами 2020 года смотрят на то, что происходило в 2013-м, и такие, это что за вообще хуйню он несет? Ну, это... Вот понимаешь, да, о чем я говорю? Поэтому ошибаться-то ошибаться, но ошибки уже надо контролировать. 100%. Так ты не сможешь. Ты через 10 лет на себя сегодняшнего ну, так же посмотришь. Ну, надо быть более осознанным. Не, более не осознанным это точно, я, да. Я, короче, к тому говорю, что не обязательно из себя вот это мнение все время выливать. Вот но процесс, ну ведь ты же как стендап-комик, и ты как стендап, вы же постоянно должны его говорить. Но надо, ты, надо формулировать но правильно. Просто мне кажется, что ты показываешь путь. Вот ты меняешься, меняются твои стендапы, меняются твои мысли. В этом нет ничего плохого. Но да, ты раньше, тут типа в новом, новый вариант твоего, твоих мыслей не согласуется с предыдущим. Но это значит, что ты проделал какой-то путь. То, что вот тоже я на самом начале смеялся над фразой «Все, мир не будет прежде». Помнишь, мы смеялись? Я пошел в гипермаркет «Ашан», и я понял, да, вот на данный момент мир изменился. Я поймал себя, знаешь, на какой мысли? Все в масках. Все в масках. Все закрыты. Никто, ну, тяжело друг друга узнать, даже если ты встретил там знакомого. Прости, я знаешь, как понял, что маски надолго? Я вот тебе прерву тебя. Когда я увидел, что стали ходить девушки, которые цвет масок подбирают под одежду. Ну вот, да. То есть да. Раньше как? Ну, маска надела, ну там. Нет, а сейчас уже это часть гардероба, типа. То да, есть... многие бренды сейчас выпускают уже. А в чем самый прикол для меня? То, что сейчас-то все выглядит, то есть все в реальности закрыты. То есть ты помнишь, когда в начале интернета это было? Когда, ну, ты... Аккаунты, когда аккаунты без фотографий. Да, без фотографий, все закрыты, никто... Понимаешь, да? И то же самое, примерно, а наоборот, сейчас в интернете все аккаунты открыты, все наши фотки, все наши мысли, а реальная жизнь оказалась закрыта. Как сейчас, допустим, знакомиться парам? Вот я любил знакомиться иногда в магазинах. Пятерочки? В Ашане? Да, неважно где. Типа картошечка в Дикси, пацаны. О, вам тоже нравится картошечка по 38 рублей? Ну, в книжном магазине. Хорошо, да. Самое романтическое знакомство в книжном магазине. Типа ты такой... Вы тоже любите Старикова? Да, да, да. Да. Какой-то, видимо, писатель. Очень смешной. Я думал про стариков каких-то. Я думал, да. Сделал вид, да. Но как сейчас людям знакомиться? Не знаю. Так и более того... Будет ли интересно вот эти... Я всегда думал... Ну, как всегда, последнее время... А я думал, вот эти, вот, знаете, новеллы, типа «Париж, я люблю тебя», 10 новелл про карантин. И в одной из новелли, как двое знакомятся через маски. Понимаешь, такое свидание у них? Нет, не понимаю. Я просто подумал, что какие-то из этих вещей остаются. Я тебе вот начал говорить, что типа стали подбирать маски по цвету. Потом я стал за собой замечать, что начинаешь следить и становиться в очереди, ну, на расстоянии, знаешь? Ну, и... потому что, во-первых, требование такое. Да, но типа, будем честны, не во всех магазинах его соблюдают. Я стал замечать, что люди сами так становятся. То есть ты такой идешь, вот стоит очередь, например,
там, не знаю, на почту, да, и вот они стоят в очередь, они заходят там по одному человеку, потому что там мало места. И хочется сказать, что это какое-то изменение, которое вполне может остаться. Знаешь, люди привыкнут, что очередь должна быть длинной, между людьми Нет. должно быть расстояние. Mm-mm. Думаешь, вообще, не останется? Я вообще не верю. Может быть, да, мир не будет прежним, куча изменений там, в экономике, политике и так далее. Но вот в этом плане я просто даю чуть больше срок. То есть, условно, ну да, в этом году маски, в этом году, как это называется, социальная, как это называется? Дистанцирование. Дистанция. Угу. Но через 3 года, если вирус никак себя не проявит в дальнейшем, все будут так же абсолютно, ну, вести себя. Даже если он и будет в какой-то мере присутствовать. Посмотрим. Опять же, все зависит от восприятия каждого, потому что сейчас же даже в магазинах, где есть требования, ребят, ну, я стоял на 1.5 метра, а рядом, ну, со мной, ну, он меня почти обнимал, мужик этот. И я на него смотрел, я даже не хотел ему говорить, ну, типа, я просто отшагивал. В какой-то момент я просто вот вне очереди оказался, у меня просто вынул, понимаешь? Ну, тоже, да, как это повернуться и сказать, отойдите от меня, пожалуйста. И он тебя при этом узнал. И он, наверное, подумает, что нельзя приближаться к звезде так быстро, близко. Да, и или он подумает о социальном дистанции. Ко мне, знаешь что? О, эта история забавная. Вот касаемо, что это сейчас изменение. Ко мне подошла девушка и говорит: Нурлан, можно вас сфотографировать? Я такой, типа, для чего? Ну, давайте вместе. Она говорит, ну, расстояние же. И просто меня сфоткала. И типа ушла, ну, села в машину и уехала. Я такой, ну, это что вообще сейчас было? И, ну, она как бы, типа, ну, достаточно хорошо себя повела как гражданин, но как любитель, может быть, моего творчества, это была слегка странная ситуация. Но с концертами можно попрощаться в 2020-м. Что ты думаешь про это? Слушай, мне кажется, все начнется, возможно, точнее, начнется с осени. Может быть и нет. То есть я настроен и на 21 год. Не, я почему-то, мне кажется, так, что вот концерты в том виде, в котором мы привыкли их вот видеть, в том виде, вот наши концерты, вообще все концерты, фестивали, я думаю, они в привычную форму войдут только в том случае, когда вот можно купить будет вакцину в аптеке без очередей. То есть это, ну, годы. Ну, мой, опять-таки, пессимистичный Нет. прогноз. Так, ну, типа, дают же сейчас рекомендации открывать музеи, там, открывать кинотеатры, там все, типа, в театрах рассадка. В рассадке, да, рассадка, да. То есть в каком-то виде это будет, но вот именно в прежнем я... Как минимум в первое время точно, да. Как минимум в первое время точно, да. Плюс еще же, ну, какой-то же страх, наверное, останется, что это uh-huh. вернется. Вот uh-huh. его дольше всего будет изживать. Самое, чего я боюсь, что коронавирус станет инструментом манипуляции. Так он и сейчас уже там стал. Он уже стал. Как только... То есть я не зря боялся. Ну, ты правильно боялся. Подожди, нет, это не коронавирус стал рычагом для манипуляции, это в манипуляцию пришел еще и коронавирус. Это такая, сколько карт всего? В чем? Вообще. В колоде? 52. В колоде. 36. Это 54-я карта. Мы с тобой в разные игры играем. Казахские карты? Counter-Strike. Знаешь шутку про Counter-Strike? Какая мне нравится шутка про Counter-Strike, не моя. Так. Что в Сомали прошел чемпионат. Слушай, в Сомали прошел чемпионат по Counter-Strike без компьютеров. Это смешно? Не политкорректно. Потому что правда. Но это же не политкорректно. Конечно. А? Конечно, нет. Это же типа стереотипно, да. Почему? Политкорректно. Политкорректно. Во-первых, давай выясним для меня лично. Что это такое политкорректно? Вообще. Корректно и есть политкорректно. Ну, типа, чем? Там целую страну, ну, как бы, предполагать, что страна настолько
на такой стадии развития, что там реально можешь пройти чемпионат по Counter-Strike без компьютеров. Ну, то есть команда – это вот много людей, они по очереди бегают и взрывают все по-настоящему. Нет, все дела. Не, это я понял точно. Не то чтобы, а как это, получается, как это без компьютеров? С мышами они бегают по-настоящему. Да. То есть про другие страны шутить нельзя? Да непонятно. Ну, типа, вызывает эта шутка дискомфорт? Не знаю. Ты же политкорректно же, понимаешь, политкорректность родины, вот это Америка, да? И там, типа, политкорректность – это дискурс, который определяется тем, как вот все вместе собрались, условно, что можно говорить, грубо говоря, как раньше было, что можно говорить на телевизоре в daytime, да, то есть в дневное время, что нельзя говорить. Соответственно, вечером можно больше, на кабельных каналах можно еще больше. Вот, и политкорректность появилась как такой консенсус, вот что можно говорить, что нет, потом это перешло в интернет, и сейчас, типа, непонятно, что на самом деле это слово означает. А в русский оно пришло, оно вообще свой смысл потеряло. Типа, ты кого-то обидел, неполиткорректно пошутил. Но интернет, по-моему, никогда не станет политкорректным. Да, мне кажется, все к этому идет. Уже столько всего можно трактовать. Да подожди, уже да. Сейчас же мы же живем, ну как сейчас же еще важная вещь. Вот Тимур начал про это говорить, это правильно. Коронавирус – это же мощный инструмент. Вот, например, Apple с Google объединились. Понимаешь, чтобы они могли формально для того, чтобы они создали приложение, которое может следить за людьми и сообщать им, если те вдруг сконтактировали с кем-то у корона. Ну, тут ключевое – следить. Ну, то есть коронавирус пройдет, а приложение останется, инструмент слежки. Или YouTube, например, ввел вот прям настоящую такую цензуру. Пока, типа, во славу добра. Типа, мы будем блокировать ролики, где есть история про 5G, сжигать вышки, там вот это все-все-все. И то есть ты понимаешь, что сейчас это делается во благо добра, а потом как бы коронавирус уйдет, а эта цензура, она уйдет, не факт. И плюс самое главное, мы сами отдали свою свободу. Не, это тогда... Мы сами ее отдали. Мы такие, окей, да. Так когда мы ее отдали? Как только нам сказали, ребят, мы тут посоветовались с врачами, вирус опасен, посидите-ка на хате месяц. И мы все такие... Какой месяц-то, слышь? Посидите на хате 2,5. Два с половиной, да. Вообще. И ты такой, окей, все. Тебе говорят, 2 раза можно выезжать. Вопрос, мой вопрос. Ты понимаешь, подожди, видишь, такой, типа, читаешь 1984, да, там антиутопия. Угу. Ну, ты это сейчас... ты уже разгоняешь, Андрей. Нет, подожди. Это разгон. Чувак, честно. Ты читаешь, и не, там... Не, можно, сильная крайность. Можно я здесь присоединюсь, потому что я хотя бы эту книгу читал. Так. Вот. Андрей, продолжай. Спасибо. И ты читаешь и думаешь... Выключите микрофон, типа. Ты читаешь и там думаешь... Ну, какая же это антиутопия? Чувак может из дома в любое время выходить, у него там нет никакого социального мониторинга, он к девке какой-то другой в гости пришел. Mm-hmm. Типа, ну это разве похоже на антиутопию, знаешь? И за окном, где ты такой, типа, у меня есть два выезда в неделю, да. Надо их эффективно... Один с собакой, второй с пропуском. Надо их эффективно использовать. Да, вот тут как бы он должен был... Он должен был сказать такое. На. Флеш-рояль. Да. Да. Козырь из кокаина, алкоголя, крека и хумуса. Да. Так а какое должно было быть решение в момент, когда система... Я считаю, система государства не работает против... Ну, то есть, понимаешь, да? Угу. Мой тезис – это стереть все границы. Каждый выживает сам по себе. Не, а это так и есть. У меня есть товарищ, который вот у него коронавирус, вот, он заболел, сидит дома, его не забирают, он начинает с проблем с дыханием, а у него есть деньги. Он делает себе КТ, но смотрит это, у него воспаление, все как это протекает, развивается. Он говорит, забирайте меня, ему говорят, ну, нет. Ну, скорая не едет, то типа и с вашими симптомами мы не забираем. Он покупает себе штуку, которая, знаешь, меряет количество кислорода в крови. Такая штука, надеваешь ее на палец, она просвечивает палец, и по цвету крови определяет, сколько там кислорода. Вот. И он, у него цифры... О, я так хочу, захотел такую штуку. Ты захотел? Ради прикола, да? Ради прикола. Они у интересный всех человек. В больницах. Сколько так, стоит она? Не знаю. Ты можешь... Как это называется? Пульсиоксиометр, по-моему, это называется. Алиса. Алиса, купить пульсиоксиометр. Зачем он вам?
Молодец, Алис. Поставила на место. Он купил себе. Он следит за кислородом. Следит за кислородом вообще нормально, да. Ты оседлал. Роботы женщины вот здесь все должны быть. Вот это сексизм. Киберсексизм, брат. Да. Но он это в иронии. Это киберсексизм. Киберсексизм. Он в контексте мета-иронии можно. Вот. И... Предпост-ирония. Да, препост-ирония. Предпост-ирония. Да, предпост-ирония. Ты же можешь эти две приставки убрать, ты в курсе, да? Нет, и останется ирония. Предпост-ирония. Предпост-ирония равно ирония. Это и есть ирония. Окей, да. Это тождественные понятия. Ты точно не дочитал книгу, брат? Так, так. Ну, человек сидит дома, купил себе кислород, потому что его не забирают, у него низкий уровень. Подождите. Если кто-то, представь, вот на этом моменте включил. Купил кислород, значит. И что ты сказал только что? Нет, просто, чтобы вы понимали, он может умереть. Это как бы такая история. Почему он купил себе кислород? А я сейчас смеюсь. Только что я до этого говорил, что мне стыдно, а я сейчас все поднял. Да, вот так все. Вот. Вот такая у меня разбалансированная психика. Там же как история устроена. Когда у тебя падает уровень кислорода в крови, это значит, что в легких нарушен процесс перехода кислорода в кровь. И это главная проблема с коронавирусом, что он этот процесс нарушает. Поэтому, типа, ты берешь и дышишь с повышенным содержанием кислорода газовой смесью. То есть, как вот знаешь, в этих фильмах вот эти вот старые американские курильщики, которые такие ходят с этими вот штуками, где у них уже легкие не справляются. Здесь то же самое. И хочется сказать, ну, вот человек выживает, как умеет. То есть, это дошло до того, что скорая не едет, это не едет, вот теперь ты сидишь и сам себя спасаешь. Помощь другу нужна? Нет. Скажи, позвони, все сделаю. Ты сейчас пародировал кавказский акцент, Нурлан? Ты серьезно? Нет, это был не кавказский акцент. Спасибо, Андрей, ты меня сейчас спас. Просто из комнаты меня вытащил под стволами. Интересно, вот казахи и кавказцы, они, интересно, умеют друг друга пародировать? Почему русский должен решать этот вопрос? Пацаны, есть идея. Конечно, Андрей, во многих вопросах. Стоп. Ты давай пародируй Нурлана. Ну, Андрей, прямо сейчас. Давай еще. Нет. Что? А ты батл его, и мы посмотрим. Ты хороший пародист. Вот он сейчас, сразу чувствуется, вот имперские вот эти вот. Давайте, шуты, развлекайте царя. Ой, да. Так что, думаешь, умеют, не умеют? Ой, как у тебя, кстати, с детьми дома? Ты с ними, я просто со своими, по-моему, за последние два месяца. Конкретный вопрос задай. Не, я говорю, что я за два месяца. С какими? Со своими. Ага, так. Те, которым ты приходишься отцом. А теперь как, что ты говоришь? А теперь в чем вопрос, да? Да. Ну, вопрос очень простой, что я за два месяца с ними прям нормально затусил. Я прям... У вас тусовки дома, да? Слушай, ну да, мы играем во всякие эти настольные игры. Есть такая игра «Семейки», очень крутая. Ты раздаешь карты. Семейки? Их там 42. Я думал, ты сказал «Семейки». Семейки. Семейники. Семейки. Он играет, у кого больше трусы. Нет, у меня есть, честно, такая же мысль. Прошу прощения. Я думал, знаешь... Это ту в книгу. Я прям... И там сразу вторая. Я думал, ты «Семейки» свои раздаешь. С автографами? Почему ты? Сынок? От отца. Это инвестиции. Как Джордан продал свои кроссовки с автографом. Как было бы круто мерчем Куджи сделать семейки с твоим автографом. Да прикинь, как бы потом, сколько бы, блядь, психолог бы озолотился просто на моем ребенке. Как в Японии покупают. Да-да-да, продолжим. Нет, это Андрей, стоп, смотрите. Для всех наших зрителей нет. Ну ладно. Я не объясню ничего. Нет, ну это реально. Я все равно ничего не объясню. Но я все равно ничего не объясню. Слишком крутая бизнес-идея. Хотел извиниться, но передумал. Ничего, говорю, очень интересно. Не, реально, я играл в настольные игры. Мы играем с хорошими товарищами, ребятами. С психологом. Да. Их несколько. Ага. Не совсем настольная игра,
Называется, если не ошибаюсь... Называется сноуборд. Не-не. В Куршевеле, да. Называется сноуборд. Такая легкая настольная игра. По-моему, Валера называется. Слушай, как минимум персонажа, с которым ты играешь, грубо говоря, крокодил, ты объясняешь слова, и у тебя есть надувная кукла. И ты с ней показываешь какое-то действие. То есть ты, допустим, показываешь там, бейсбол, и ты с Валеркой, ну, надувная просто кукла, и ты показываешь бейсбол. То есть там ряд... еще настольная игра. Кукла, как бы, надувная кукла? Да. В смысле, как... Как манекен. Ну, надувная кукла. Ты понимаешь, как она выглядит? Ну, вот она так и выглядит. У меня в голове только один стереотип. Сексуальная кукла. Сексуальная? Ну, все, я больше в другом контексте надувная кукла не слышал. Окей, она такая есть, да. Вот такая. Да, только Валера. А, ну это мужчина. Надувная кукла мужчина. Да, но это чисто формально. Это... Но если... Не анатомически. То есть там нет такого, что типа... Если заглянуть, он, скажем, как бы можно вне пола. Он бы мог быть и Валера, и Валерия. И красный фломастер, и у Валеры вагина. Я правильно понимаю? Может быть так? Слушай, как тебе объяснить? Нет необходимости это делать. Верно. Ну, и понял. Уточнять, на самом деле. Да, я понял. И уделять этому столько времени. 100%. Ну, да. В рамках подкаста. Да. Ну, мы просто узнали, чем мы занимались просто все это время. Короче, я думал, что настольные игры – это, ну, херня собачья. А в момент коронавируса в целом это неплохая идея. Неплохая идея, да. Я тоже думал, что типа я никогда не опущусь для того, чтобы... Что касается детей. Не, ну, я больше времени, конечно, уделяю. И мы гуляем, кстати, сейчас чаще. Ну, мы можем себе позволить. Я купил там... Я, короче, на... Уже второй раз за месяц купил кучу игрушек. Слишком кучу. То есть я заказал на Озоне миллиард всего. Потом зашел, оказывается, Детский мир работает. Я зашел туда, накупил там оружие, машины. То есть ты сублимируешь, магазины такие не работают, где бы можно было себе что-то прикупить? Не, я многие... Ну вот, есть такие машинки маленькие. Я не помню, как они называются. Hot Wheels? Да-да-да. 60 штук я их набрал. Нормально. Нормально. За раз, сразу. Сначала 50, а потом 10. Ну и всякие пазлы. Потому что я встаю с утра, и ну, меня вынуждают играть. Ну, понимаешь? А тебе уже игрушки старые надоели. Поэтому я игрушки так... Ну, я себя защитил игрушками, чтобы какое-то время, ну, чтобы они с игрушками играли. Потому что со мной это активные игры. А я устаю. А они вообще нет. Они еще по одному, они заменяют друг друга. Там, дочка устала, сын. Сын меня бьет постоянно. Андрей, я вообще... Нет, реально, он, я его учу боксу, как могу. А он меня в итоге просто бьет каждый раз, когда меня видит. Я думаю, игра закончилась. Не, он херачит меня в ляху. Нормально. Чем я занимаюсь, вам рассказать? Да нет. Да нет, нет. Что ты, нам не то, что очень интересно. Да, да. Да нет, уж расскажи, расскажи. Нет, вот, я бы в коронавирус бы с удовольствием был бы ребенком. Потому что вообще они не замок... Они, короче, не сидят такие, типа... Они не смотрят на график дальше заболеваемости коронавируса. Да, да, то есть да. Нет такого, что они такие... Да. Они каждый день встают. Это приключение. В садик, да? Не надо. Слушай, да. Как жизнь выглядит. Я еще покупаю... Я раньше просто не покупал столько ягод, фруктов. Ну, то есть, игрушки я принес. Дочка такая, подожди, а когда у меня день рождения? Ну, она просто думает, блядь, батя, что, с ума сошел, что ли, или что? Ну, она реально, типа, задает вопрос, так, а что столько игрушек? Как будто Новый год. Ну, она такая, типа, с подозрением от игрушки открывает, но такая, мы что-то должны за это или... И онлайн-уроки, кстати, тоже начинает заниматься. Первое время было тяжко, конечно. Дети. Да. Не ты занимался. Я? Ты занимался? Не-не-не, дети. Я послушал, что ты английский учил, не? Тимур.
Там же была телега. Не вздумай больше так думать обо мне. А нам вот надо, реально, нам нужно знать английский. Не, ну, конечно. Все обсуждают «Последний танец», фильм с... Ты смотрел? Конечно, весь сезон. Ты смотрел? Нет. Тебе все равно? Вообще все равно. Даже не будешь смотреть? Даже не буду смотреть. Ты можешь глянешь? Даже не взгляну. Я посмотрел сериал «Лютер», начал смотреть. Это же старый. Вот это... Старый сериал, я его не смотрел. С Идрис Эльбой, который очень крутой. Я прям давно не видел. Ты знаешь, там специально есть такой прикол, что там художник, постановщик и декоратор, он там как-то специально выбранные декорации так, чтобы они в них... Идрис Эльба казался большим таким. Да, он... Заметил, да? Да, он постоянно какой-то огромный просто. Типа просто маленькие предметы вокруг него ставили. Ну, как-то так декорации построены, чтобы он собой заполнял просто. Я такое слышал. Это знаешь, как в сериале «Безумцы» Mad Men. Mm-hmm. Всегда Дона Дрейпера очень много снимали со спины. Чтобы, понимаешь, его, да, его он... спина вот это. Был узнаваемый такой силуэт. Что он в таком, типа, пальто, его снимают чуть-чуть снизу, и поэтому кажется, что он вот вверх тянется такой огромный, закрывает с собой пространство. Остальных персонажей нет. В «Джордане», про него в фильме, там не было постановочных кадров, и все равно он казался просто сверх каким-то человеком. Короче, я далек от баскетбола, я знал, что такое Майкл Джордан. Ну, я тоже знал Чикаго. Ну, а как бы азы мы все знали, мы знали, что это великая команда, великая франшиза. Там в Тамбове в кепках ходили. Да, я жил, я говорю, 30 километров от Владикавказа в городе Алагир, и там ты мог купить на рынке майку Чикаго Буллс, то есть это вот до этого дошло, поэтому это, конечно, да. Он, я конечно, не видел ни одной игры полноценной. Он, я думаю, он реально... Вообще до этого тоже. Фильма ни одной игры. Просто лишний раз убедился, что он реально Иисус американской культуры, американского образа жизни, маркетинга, не знаю, вот этой религии. Что вот его же назвали «Черный Иисус», у него есть все как бы характеристики Иисуса. Ну, это знаешь? Давай. Нет, ты продолжай. Хорошо, давай, смотри. Иисус появился... Я плохо знаю историю, но все, что знаю, навскидку. Иисус появился из угнетенного народа. Правильно я понимаю? Это тогда были иудеи, да, их угнетали. Майкл Джордан появился из угнетенного народа. Это афроамериканцы. Иисус ходил по воде, Майкл Джордан летал по воздуху. Иисуса знают все, Майкла Джордана знают все, абсолютно. У Иисуса его самый главный какой мерч? Это его крест, и у Майкла Джордана тоже есть свой крест. Ну, вот этот значок. Где он вот так вот делает? Ну, да, именно так, да, Андрей. Да. Похоже, да? Да, как Гитлер. Нет, Гитлер по-другому делал. Ты вообще сейчас балерина какая-то. Тип, который уже с молодых лет так здраво вообще рассуждал, как себя он вел, сколько он был заряжен вообще на победу во всем. Все, что он делал, он хотел победить просто. Вот, Андрей, я вот даже его в тебе вижу. Когда я вот так делаю, да? Да, да. Прям, да. Нет, когда ты, ну, ты же хочешь победить облысение. Ты вот... Нет? Не, ну мы с ним смирились. Ну, как бы я какое-то время думал, и жена настаивает, что я должен сражаться до конца. Но мне кажется, что я внутри сдался. Я уже решил, что когда вот эти штуки с этой объединятся, я типа буду бриться на лысо. А, нет, тогда ты Скотти Пиппен. Да? Ну, тоже ничего. Вот у Иисуса были апостолы, у Джордана были апостолы. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Я продолжаю свой вопрос. Просто доказательства. Нет, я понимаю, просто доказательства за доказательства. Нет, ну нет, я к тому говорю, что где-то... Только в 33 он не умер, Джордан. Ну, не обязательно вот такое прямое должно быть совпадение. То есть что-то, да? Нет, это интерпретация. Интерпретация, она не всегда бывает настолько точной. Я же говорю о том, что когда-то его воспринимали так, как этого воспринимают сейчас. Я как пришествие это говорю. Потому что вы хотите мне сказать, что в какой-то момент американский образ жизни не похож на религию?
американский образ жизни сильно похож на религию. Американская культура сильно похожа на религию. Вы мне хотите сказать, что... Мы ничего не хотим говорить. Вообще, он так спорит. Нет, все правильно ты говоришь, что действительно... Ну, ты хочешь мне сказать, что да, Apple... Ну, что... Да. Нет, почему именно с этого, конфликт с этой... в корне твоих слов? Это неправильная, подобранная для преамбулы фраза. Хорошо, неправильная. То есть вы мне хотите сказать, это преамбула, да. Это такое... Да, ты хорошо. Споришь с некими абстрактными, да, людьми, абстрактными которых людьми. Здесь нет. Которых, да. Нет, я говорю о том, что я Apple Store расцениваю практически как храм. Apple, компанию ты имеешь в виду? Магазин Apple Store. А. Я вот так это расценю. Как там какое-то, не знаю. Ну, в этом есть здравая мысль, потому что там все завязано на процедурах, на догмах на каких-то. То есть ты же приходишь, когда покупать телефон, там же к тебе должны подойти, ты должен его пощупать. Нет такого... Ну, там все построено на опыте, то есть ты должен прийти, вот эти столы, ты должен, значит, пощупать телефон, потом чувак уйдет обязательно, да, потом... Я покупал, Андрей. Придет. В Нью-Йорке. Хорошо. Повезло самое тебе. Главное, братан. Повезло тебе, вот. Когда-то еще... Поэтому я говорю, Майкл Джордан эту культуру... Они в Евросети. Не в Евросети. Майкл Джордан эту культуру навязал, а Стив Джобс эту культуру с Биллом Гейтсом закрыл. И с Цукербергом. Не совсем, мне кажется. Со всеми ними. Я думаю, Билл Гейтс и Стив Джобс вообще не ориентировались. Как референс не был у них Джордан. Нет, ты не понимаешь меня. Нет, я про другое говорю. Ну, короче, меня, наверное, никто не поймет. Мне нужно другое шоу. Какие крайности вообще. Ты меня не понимаешь. Меня нахуй никто не понимает. Мне нужно другое шоу. Не, я понимаю, понимаю. То есть, я понимаю. Бля, я начал говорить, что я тоже понимаю, стал обосновывать. Типа, нет, Андрей, уйди. Я понимаю, да, ты меня понимаешь. Да, сука, что происходит вообще? Блядь, инста превратилась все там танцуют. Обратили внимание? Все какую-то просто, это я такое думаю, блядь. Поют и танцуют? А? Ну, вот этот, типа, TikTok стайл. Просто. Мне кажется, это просто уже перед тем, как совсем срывать крышу. Ты сегодня же слышал, чувак захватил в костюме доставщика еды, пришел в банк, в Альфа-банк. Да. Захватил заложников с требованием рассказать ему правду. Транслировал в прямой эфир, по-моему, в Инстаграм, как его взяли. Какую правду? Именно Альфа-банк. Чувак, и там много правду? Вопросов. Да. Какую, он просто может быть, он требовал... хотел услышать правду про новую религию, ребята? Ну, понимаешь, он вызывал к себе туда Ольгу Бузову. Навряд ли он хотел. Серьезно, про новую... он вызывал Ольгу Бузову? Да там, короче, такое чувство, что типа вот это вот... То, что ты говоришь, в Инстаграме танцуют, это признак надвигающейся, ну, то, что крышу начинают у людей срывать. Может, и правильно начинают снимать карантин, потому что там два варианта. Тут, с одной стороны, коронавирус, с другой стороны, люди, захватывающие банк с требованием «приведите Бузову, я хочу правду», понимаешь? Это как бы два требования, которые... Кто победил в холостяке? О, Андрей, ты как вообще? Ты холостяк? Ты холостяк, а зависимый? Зависимый. Не, что у меня двое детей, жена, нахрен. Ну, вот тоже. Не, мы начали, я начал смотреть с нескольких предыдущих серий, и сейчас там осталось две. Ты на кого ставишь? Вот сегодня суббота, завтра финал. Сегодня финал. Да. Сегодня суббота, по воскресеньям, Андрей. По воскресеньям разве? Я все расскажу этому. Ну, хорошо, ладно, расскажи. Я с ним на связи. Хорошо, хорошо. Слушай, и ты на кого ставишь? Барбара. А вторую как зовут? А, я не помню. Но... Я знаю, кто выиграл. Я не смотрю, я знаю, кто выиграл. Ты серьезно? Не говори нам. Я просто в шоке, что вы прям так, яро. Это интересно. Но это вот кто-то требует Бузову и правду, а у кого-то по-другому протекает крыша. Да, это выглядит как постмодернизм. Постмодернизм – это что, течение в искусстве? Да, да, конечно, да. Да, да, это, ну, я вот Андрей, смотрит холостяк, воспринимаю как постмодерн. Так ты наставишь на… Потому что мы деконструируем смысл. Ты ставишь смысл? На кого? На кого ты ставишь? И работаем с контекстом. Я тебе говорю чистую правду. Я Барбара. Мог узнать, кто выиграет. Несомненно, я знаю. Я верю в твою честность. Я ставлю на Барбару. Ты на Барбару. Да. Я тогда ставлю на…
Да тоже на Барбару. Она, очевидно, должна победить. Тоже на... А почему? Давай вопрос. Да почему? Потому что он ее тащил с самого начала. Как будто она же там в какой-то момент уходила, ее заставили вернуться, наверное, там продюсер ушел. И в целом, в общем, было изначально все понятно. Не было там никакого... Я, походу, себя как Барбару сейчас поведу. Да, как? Ну, вот именно вот в этом сегменте холостяка тоже уйти, чтобы вы просили вернуться. Слушай, а там прям, насколько это прям вот интересно? Вот ты смотришь и такой... Ну, это интересно в данных обстоятельствах жизни, это было интересно. Соответственно, если бы это было вдруг... Не, вот я, допустим, смотрю... Ну, мне, опять-таки, мне. Я смотрю каналы, вот телемагазины, вот, знаешь, типа телеканал «Домашний», вот это «Мухтар». Я смотрю исключительно «Сюмерс». Меня это так разрывает вообще. Смотрел «Мухтар». Знаешь, как он определил преступника один раз, «Мухтар»? Просто залаял на него. Да-да-да. Я думаю, вот... Очень сильно. Вот, ну, да. Смешно, что там они подошли к какому-то подозреваемому, точнее, которые думали, что это точно он, какой-то дворник просто во дворе подметал, они к нему подбегают. Говорит, это ты? Это точно ты? Он говорит, это не я. Странно, Мухтар никак не реагирует. Я думаю, блядь, это все вообще на него надеетесь. Прикинь, в каком кризисе. А когда спит Мухтар, вы вот что делаете? Правоохранительные органы, то есть, типа, как? Мухтар не реагирует. Ладно, ребят, запизделись. Алиса, включи песню из кинофильма «Ко мне Мухтар». Включаю, Юрий Спиридонов, песня «Мухтар».